Всем привет, ребята! В этом видео я вам хочу рассказать о том, как получить вещи в Roblox бесплатно и как себе сконфигурировать скин абсолютно бесплатно. Ребята, вы прикиньте, какое-то полезное видео. Вы сможете сделать себе скин бесплатно. И сегодня мы будем проверять этот способ на честность. Вот, ребята, итак, для начала по американскому способу мы должны выбрать любую вещь, которая вам реально нравится. Вдруг что, если этот способ не сработает, это не я виноват, это мы просто проверяем способ, который выложили американцы. Вот, для начала мы должны выбрать вещь, которая вам реально нравится и которую вы мечтаете. Вы можете выбрать пару вещей, но для начала вам нужно выбрать одну самую-самую любимую вашу вещь, которая она реально, ну, очень вы ее хотите. Это может быть лимитка, неважно какая цена на эту вещь. Вот, выбираете эту вещь, допустим, я выбрал вот такие вот белые очки. У меня их, как видите, в инвентаре нету. Стоят они недорого, 50 робуксов. Я нажимаю на три точки и выбираю вариант Share. После этого копирую ссылку. И, ребята, переходите по ссылочке в описании. Я просто захожу на определенный сайт, там, где мне высвечивается аутфит бесплатно. Напишите ваш ник в Роблоксе. Пишем ваш ник в Роблоксе, ребят. Только смотрите очень внимательно. Ник должен быть на 100% правильный. Вот. Поэтому пишем ваш ник в Роблоксе и пишите там, где название. Это, ребятки, вы должны вставить то, что скопировали. Вот. И после этого нажимаете на фиолетовую кнопочку «Отправить», и все, аутфит бесплатно, ответ записан, все, ждите свою вещь, я тоже жду. Всем спасибо за просмотр, всем пока!